Канал Бан Студия. Всем привет. Сейчас мы находимся в Коломенском. Вот. Здесь дворец царя Алексея Михайловича. Камера разряжается. Я только что забрал из ремонта. Вот на видео будет короткое. Это императрица Елизавета какая-то там, не помню. Да, ну и как обычно, естественно, я не знаю, зачем я сюда пришел. Это тоже традиция. Просто так тупо идти куда попало. Так все понятно вообще. Так, на русском есть. Ну ладно. Куда? Я тут был где-то в августе, что ли. Есть фотки некоторые. Их можно будет посмотреть по этой ссылке. Тут не видно, но... О, не видно. Вся дорога вся розовая. Кого тут убивают, кого тут, наверное... Не знаю. Надо посмотреть, Википедия пробежала или это место Ивана Грозного. Если да, по-моему, да, тоже. Наверное, Иван Грозный сюда по ночам-то. Его дух приходит, и кто тут есть, он убивает их. Поэтому дороги тут розовые все. Вся дорога вон, розовая. Тут плохо, наверное, видно. Где-то вообще должна быть какая-то церковь видна. Я и думаю, что успею до нее дойти, потому что мне надо на учебу. У меня уже вот через час урок начинается. И камера подряжается. Вон. Отвратительно баланс головы настроен. Но мне сейчас на это время. Уже если снял. Говяно, как ж, ладно, пусть таким остается. А тут дорога краснее всех. Видимо, самое любимое место Ивана Грозного. Тут ходить почти невозможно, все скользит. Да и уже пора. Вон там мост вниз. Там где-то вниз спускаться надо идти. Там где-то домик Петра Первого, потом какая-то водяная мельница, дом кузнеца, еще чего там только нету.
Наверное, хрен с ним, все, пора назад. Сейчас мы посмотрим, что там написано. Вот уже иду обратно. Вот, все уже подходим обратно. Только заметил, что снимал в каком формате, видимо, это мастер прикольнулся, что все. У меня было, когда я снимал, было 25 кадров в секунду прогрессив, а там сейчас 50 ай стоит, то есть 50 кадров в секунду и ТЛС. Короче, видео будет корявое немножко. Ну ладно. Все, всем пока. С вами был канал Moran Studio.